Сегодня фонды Национального художественного музея Беларуси пополнили сразу несколькими десятками предметов. В коллекцию искусства стран Востока послом государства Палестина передана традиционная иерусалимская керамика. Вещи, пополнившие фонд, изготавливают в городе Хеврон, одном из древнейших городов мира. Для иудеев, христиан и мусульман это второй по святости город после Иерусалима. Все вещи – ручной труд палестинских мастеров. Мы подготовили для Национального художественного музея Беларусь эти коллекции, которые произведены и сделаны в Палестине руками наших ремесленников, дар от нашего народа вашему народу. Иерусалимская керамика – достаточно молодое искусство. Оно зародилось в начале 20 века, когда встал вопрос о необходимости реставрации изразцов мечети Купол Скалы. Были приглашены мастера из Турции. Они создали мастерские в Хевроне. Все подаренные предметы можно увидеть на выставке в Национальном художественном музее в зале Востока.